Вместо того, чтобы улучшать наши жилищные условия, они ухудшили. Ну и, соответственно, все против. Стройка возле многоэтажки на пересечении улиц Косарева и братьев Кашириных развернулась еще 3 года назад, несмотря на 225 подписей жильцов против. Жители не слышат, потому что территории не хватает. И застройщик, который взял в аренду землю, начал строить в непосредственной близости от детской площадки свое здание, которое жителям совершенно тут не нужно. Инициативная группа жильцов решила отстаивать дворовую территорию в суде. Строительство призрачного здания временно приостановили. Однако спустя какое-то время владелец решил обжаловать решение и подал апелляцию. Не найдя консенсуса, жители обратились к кандидату в губернаторы Челябинской области Алексею Севастьянову. Этот объект признан самовольным строением. Разрешение признано выданным незаконно. И оно фактически, получается, подлежит сносу. По итогам встречи Алексей Севастьянов пообещал подготовить заключение о нарушении публичных интересов граждан и направить его в арбитражный суд. Анна Кучина, Александр Беспалов и Егор Голубкин. СТС, Челябинск.